Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки базальта Багрова. Торт — это сила. Тоже того же. А, начинаем. Просто у меня там решетки стоят. Простите, меня просто немного отвлекли. Я вернулся. А, ну мы уже начали, если что. Рубрика «Эксперименты». Больно? Да! Власть! Начинаем давай. Так, что тут у нас? Я потратил больше времени на вагоны. Так, тут вход. Ну, а что он так дрожит? Как настоящий поезд, что ли? Ну, там из-за того, что беляш. Какой беляш? Да, меня желательно... Я сейчас сам почти вылез. А, из-за беляша? Беляш! Вылазь! Я подумал, какой беляш тут лежит. Оказывается, это же беляш. Спасибо. Беляши, я потом тут беляши где-то лежат. Мне сделали массаж той морды только что. Так, ну что тут у нас? Первый вагон — это стульчики. Ну ладно, понятно. Так, но он выглядит красиво внешне. А почему все вагоны из золота? Ну, первый и последний. Ты знаешь, то какой-нибудь грабитель возьмет его на подъемном кране себе заберет. Это самый прочный материал, поэтому я его всегда использую. Так, тут еще внутрь можешь залезть. Кнопка «Оцеплять вагоны». Помнишь, как я один раз ее нажал, и у нас поезд развалился? Ну ладно. В самом локомотиве почти что ничего не поменялось. По-моему, ничего не поменялось. Вообще ничего. Нет, тут есть две коробки добавили. Вау, коробка! Так, ну что тут у нас изменилось еще? А вот это что? Ну, типа я отцепил вагоны и все, да? Да, то есть если мы сейчас поедем на основном локомотиве, мы отцепимся и поедем. Так, тогда заново загрузи это, я не хочу отцепляться. Заново? Нет, куда? А! Меня поезд чуть не задавил, хорошо, что он заново загрузился. Иначе бы я уехал с вами. Идемте все в поезд. Давай, поехали, мы тут будем. Я буду важным грузом. Стоп, нет, там не будь. Ты сейчас на кнопку нажмешь, нам хана будет. Ладно, ладно. Подумаешь, я люблю нажимать на красные кнопки. Перекрась кнопку в белый. Так, ладно, все, поехали. До станции Екатеринбург отправляет. Так, а я пойду по поезду. А я заплатил за билет до Мухосранска, в смысле? Куда? Возвращать билеты запрещено, вы едете. А, куда? Ой, я думал, я тоже отцеплюсь, оказывается, только ты отцепился. Смотрите! Что творится? Твой вагон сам поехал. Они не всегда отцепляются. Ой, а чё он этот сам едет куда-то? А они все связаны на одной кнопке, кажется. О, всё, я в безопасности, всё. Меня спасите? Я куда еду? Я в Мухосранске, ненормально. У меня другая конечная остановка, конечно, была. Ну ладно, Мухосранск меня тоже устраивает. О, вот на таком берегу Мухосранской реки. Ой, ладно. Куда мне бежать, к тебе? Да, обратно. Мне надо перебежать Мухосранскую реку. Ай, что затонул? Надо по камням бегать. Брат, не томи. Нет. Пропал. Все, я проиграл. Следующая постройка, это военная... военный Урал. Так, для сейчас того, чтобы забирать в армию людей. Да? Взяли, приехали на чужую базу и такие: здравствуйте, вам повесточка. Стоп, а чего? Если... Над пулеметом работал мой один из лучших друзей, Миша. А теперь подойдите, пожалуйста, к передней части грузовика. Подходим. Здравствуйте, вам повесточка. Какая? В армию. Если не согласитесь, мы вас расстреляем. Эй, так нельзя! Можно? Это же Советский Союз. Стоп, это я думал не Советский Союз. Ладно, так. Так. Да, стену шмальну. Пулемет можно взять? Пулемет нельзя взять. А ты его инструментом наверх подними новым. А? Ну, выдели вот так. Только шпатели? Да. Шпатели. Нет, ты его просто вверх подними, без фиксации. Я его хочу в руку. Стоп, нет, нет, нет. Нет. Ухо военного. Ухо я буду Вьетнаме. Повесточки тащить. Ухо Вьетнаме. Ты сейчас застрелил. Не пулемет, а топор какой-то. Так, а как мне нормально-то ходить? Ой, ой, ой. Ну ладно, допустим, я взял этот пулемет. Мне хорошо. Надо у него коллизию убрать. Ну как будто граблями махаю. Ты вспахиваешь землю для того, чтобы посадить пулю. Стой, давай, знаешь, как сделаем? Я сейчас перебегу локацию, и тогда ты его заново загрузишь, у тебя будет грузовик, а у меня пулемет. Гений, джиниас. Сейчас, подожди чуть-чуть. Так. Все, я бегу, стоп.
По дороге землю пахаю. Ты уже добежал. Нет, я не добежал, я не добежал. Не грузи, не грузи, не грузи. Все. Так, стой. Стой, подожди, секунд. Иди давай. Загружай, загружай, загружай. О, у меня появилась идея для конца видео. Вот ты задумал. Все, загрузил? Можете меня подобрать, я там, у розовых. Сейчас, подожди. У розовых? Убираешь что-то фиолетовое? Ты зачем коллизию? Ой, ты что сделал? У меня пулемет в земле застрял. Все нормально. Я бегу. Давай, подъезжайте ко мне, я тут у розовых. Заберите меня по дорожке. Два комрада едут забирать комрада. Комрад, залезай, мы тебя заждались, комрад. А кто такой комрад? Комрад — это товарищ на английском. А, да тут же можно было пулемет взять. Тут еще один пулемет. Это что за Рэмбо на максималках? Так, куда мы идем сейчас? Это Рэмбо на максималках, слушай. Просто в двух руках по пулемету. Так, что теперь? Если что, это пулемет печенек. Печенек. Или ПКП. А им стрелять можно? А который стоит на машине? Да. А вот этот, который... А у меня вот так прикольно вообще от первого лица выглядит, когда я стою так. Словно руки вверх, это ограбление. Не, это набор в армию. Ты вообще мог поднять с помощью чего-нибудь руку, и тебя прили. Да. Стоп. И выглядело прикольно. Опа. О, давай, так. Бум. Ты мне успеешь масло поставить? Ты можешь это на превью поставить, кстати, вот это вот. Чоп-чоп. Это что, прикольно такое? Пулемет. Садай, я попробую себя закрепить к грузовику. Давай. Я просто флекс. Ой, не то включил. Нет! Много не успел. Нет, тебе надо фиксацию у него включить. Фиксация? Нет, вот так сделать. Кстати, я тоже все блоки клея раздобыл. Трудом. Фиксирование поставил. Так, теперь отключай фиксирование. Я просто прозрачность включу. Поехали по дороге. Я ему дуло фиксировал, но сделано типа зло. Не, просто все отфиксируй. Ой, что-то не то получилось. Я грузовик тащил. Нет, должно было быть не так. Его убийца. Я хотел по-другому. Я не хочу. Армии такими становятся, по идее. Ладно, поехали, давайте. Я выброшу пулемет, а то с ним... Я жив! Я выжил. Все, пулемет выбросил я. А что тут вот этот пулемет можно стрелять? Да, и все пулеметы... Там на курок нажми. Ну, ближе к прикладу. Хоба. А вот, тут есть кнопка. Такая, пью. Да, в меня шмальни. Ну, у тебя ПВП нет. Не, может, меня откинет как-то. Может, я за карту улечу. Ну, раз так хочешь, готовься. Я настаиваю. А, жалко. Ладно. Поехали куда-нибудь. Так, меня подождите. Давайте кота в армию заберем. А, меня! Да, поехали к коту. Коту, поехали. Так. Берем в армию кота. Так. Поехали. Действие сделаем. Опа, все, погнали. Так, я на курок нажимаю, на всякий случай. Мало ли этот кот будет сопротивляться. Так, напишите ему в чате. Вам повестка. Поймать! Он убегает! Ловите его! Поехали! Поехали, поехали, поехали в атаку! Быстрее ловим это яйцо! Огонь! Поймать! Не дать сбежать! Подождите, у меня появился план. Яйцо надо гарпуном прицепить. Да, твоя задача гарпун. Стоп. Сейчас я поставлю, подожди. Что, вместо моего пулемета сейчас гарпун будет? Как хочешь. Сейчас я там наверху сяду. Это машина создана для того, чтобы забирать людей в армию. Давайте это сделаем. Поехали. Используем машину для... Стоп, остановись-то. Давай, лови его. А чё гарпун не стреляет-то? Я типа нажимаю. Дай-ка пересяду. Нажми на английскую F. Стоп, стой на месте. Поехали туда. Пролом. Стоп, вот сейчас можем проехать. Приезжай. Я изоляцию врубил. Эй, я развернулся. О, я сейчас по нему могу шмальнуть. Бам. Быстрее. Сейчас! Поехали, сможем. Ай, стреляй по нему. Где он? Да блин! Нет, махнулся. Нет. Ой, перевернись! Их я провалена. Поехали! Мы не можем. Отступаем! Бежим! Враг нас бить! Заберем его в следующий раз. Да, ай! Своих! В другой постройке мы заберем его в армию. Это что? Следующая постройка, с помощью которой мы заберем его в армию. Тактический самолетик. Какой? Ты поймешь, в чем его прикол, когда мы будем полетать над его базой, да? А, прикол в том, что у него дверь не открывается? Нет!
Совсем не. Да, увидишь. Зайди. Так, давай, заходи, забирай меч. Оружие и высаживайся на место. Я готов. Всё, мы готовы. Сначала ускорение. Для того, чтобы быстрее подняться. Так. Одним. Так. А что сейчас будет? Советую тебе держаться крепче за кресло. Держусь. Сейчас нас немного подшатает. А-а-а! Это что за коробка? Пошли, пошли, пошли! Вот так! Где он? Вон он там! Не смеялся! Он умный! Умный противник у нас попался. А-а-а! Он меня вайпал! Он слишком умный. Это телепорт какой-то. Мы его окружили! Повторяю, мы его окружили. А зачем? Забрать в армию. Давайте его пропустим, он какой-то слишком агрессивный. Давайте к другому пойдем. Вот этот вот истребитель более прикольный. Да-да-да, их тут причем три. Один тебе, один мне, один еще кому-то. Я беру самый мелкий. Я самый большой. Не, я беру зеленый. Вот этот, это пассажирский, и это боевой. Я беру боевой. А этот вспомогательный. А, кстати, там под роликом очень давно еще писали, можно сделать туториал на эти. А как в него залезть? Через этот. Да, стекло не имеет коллизии. А. У меня просто не было логичного объяснения. Залезать в него. А как стрелять гарпунами? А, гарпун только у тебя? Да, это пассажирская версия. Сейчас мы его будем забирать в армию. Да зачем его? Ой. Бомбим его. Забираем его в армию. Че-че-че. Подождите, я даже взлететь не могу. Как летать? Либо на X, либо на Z. Я уже нашел. Ага. Да, это хорошо. Я сам себя подбил. Я сидел на карту лечить. Стой, я тебя спасу. Ты катапультировался? Да, я катапультировался на. Сейчас я тебя спасу. Заодно проверим. Там у меня можно в снежную пушку залезть. Ну да, он же у тебя боевой, как-никак. А, я опять сам себя подбил. Да что такое? Я лечу за тобой. И прыгаю. Мимо немножко. Я ожидал, что это... Да что мне поездить? Я можно попытаться этот самолет сбить с помощью вот этих наших самолетиков. Каких? Как? Не, вот этот огромный самолет. Можно попытаться сбить нашими оружиями. Как его сбить? Ну, можем включить ПВП и начать и устроить мини-челлендж по уничтожению этого самолета. Он-то не включит. Не знаю. Ну, попробуйте, включите. Ну, надо, чтобы он еще сам его включил, иначе ему урон не будет проходить. Он мне это и сказал. Бум. Кстати, знаете, что я могу сделать? Да. Что, я же серый, как бы, да? Да. А, это чей корабль вообще синий? Да. Не знаю, синий это. Не синий, а зеленый, чей? А, это вот это мой. А где ты? Но ты на видео что случилось. Ну, я помню, а где ты? А на базе. Разведка, стоять на месте, мне нужно тебя проверить. Вспомогательный самолет, да, остановиться. Остановись, или будешь расстрелян. Этот самолет вообще по идее разведки там в игре был. Да. А, разведчик. С пушками, да? Я разведчик. С пушками? Я хороший. Покиньте это! Ты мне взломал управление. Все, я улетаю. А, как улетать? На нём улетать нельзя. Подожди, я его сломал. Ты двигатель сломал. Мы тут останемся навсегда. Были врагами, стали друзьями. Пошли. Мы общими усилиями сможем отсюда выбраться.